Чарльз Давинант, английский экономист, представитель меркантилизма, писатель по экономическим и политическим вопросам, член британского парламента. Биография. Чарльз родился 17 ноября 1656 года в Лондоне старшим сыном поэта сэра Уильяма Давинанта. В 1665-1671 годах обучался в гимназии города Чаем, графство Сури в Англии. В 1671-1673 годах учился в Балиол колледже при Оксфордском университете, но покинул его без ученой степени. В 1673-1675 годах, устроившись менеджером в театре отца, путешествовал, был в Голландии. В 1675 году получил докторскую степень права астериск от Кембриджского университета. В 1675 году написал пьесу «Цезарь», которая имела некоторый успех. В 1675 году стал адвокатом и членом коллегии адвокатов по гражданским делам. В 1678 году женился на Фрэнсис. В 1678-1689 годах был уполномоченным по акцизам при Карле II и Якове II. В 1685-1689 годах и в 1698-1701 годах был членом Палаты общин британского парламента от партии Тори при Вильгельме III и Марии. 1705 года и до своей смерти был генеральным инспектором по экспортным и импортным делам при королеве Анне. Умер 6 ноября 1714 года и был похоронен на кладбище церкви СВ Бриды на Флит-стрит. Память. Входит в список 100 великих экономистов до Кейнса по версии М. Блауга. Библиография. Давинант Сиана Сейн The Ways and Means of Supplying the Ore, Лондон, 1695. Давинант Сиана Сейн On the East India Trade, 1697. Davinant C. To Discourse on the Public Revenues and Trade of England, 1698. Davinant C. Anasay on the Probable Methods of Making the People Gainers in the Balance of Trade, London, 1699. Davinant C. A Discourse on Grants and Resumptions and Essays on the Balance of Power, 1701. Davinant C. Essays upon Peace at Home and War Abroad,